Здорово всем! Добро пожаловать на мой канал. Давненько не было видео, знаю. В данном видео у нас будет взлет из аэропорта Ташкент и посадка в аэропорту Внуково. Сейчас мы проверили наши take-off performance, убедились, что у нас у обоих они соответствуют, и дальше будем приступать к запуску двигателей. Выполняем cockpit preparation checklist, убеждаемся, что все мы сделали как надо. Сообщаем наземному персоналу, что нам запуск разрешен. Секундомер или хроно я нажал, чтобы отслеживать циклы запуска двигателя. Получили разрешение и маршрут руления от нашего диспетчера, убедились, что слева-справа зоны свободны, и приступаем к рулению. Поступил звонок от кабинного экипажа, который говорит о том, что они полностью готовы к взлету. Ну и как можете заметить, дороги тут не совсем идеальные. Проверяем управление. Зачитываем такси-чек-лист. Занимаем исполнительный старт полосы 08 левая. Прекрасное солнечное утро, взлетать будем прямо на солнце. Увеличиваем режим работы двигателя, даем взлетную тягу, поехали. Итак, заклинание прочитано. Отправляемся в небо. Скорость принятия решения прошли. Скорость поднятия на самой стойке прошли. Отрыв. Welcome to the sky. Итак, у нас стабильный набор, о чем меня проинформировал второй пилот. Соответственно, последовала команда убрать колеса или шасси
Шасси мы с вами убрали и выполняем нашу схему выхода. Прошли высоту Thrust Reduction Altitude, или на русский высота уменьшения режима двигателей, о чем я проинформировал своего коллегу, зачитав FMA. Итак, нам диспетчер сказал набирать эшелон 3.00 или 9000 метров. Хочу обратить ваше внимание на то, что я до сих пор пилотирую вручную, то есть без автопилота. Прошли высоту Acceleration Altitude, или же, если на русский перевести, то высота разгона самолета. Итак, наша приборная скорость увеличивается, начинаем убирать нашу механизацию. Полностью убираем механизацию крыла, проходим высоту перехода, устанавливаем давление на стандартное. Вот только сейчас я подключил автопилот. Все это время я летел на руках. Ну а вот мы уже подходим к Москве. Диспетчер нас немножечко спрямил, поэтому мы летим уже к четвертому. Выполним с вами четвертый разворот, или разворот уже на посадочный курс, и произведем посадку в аэропорту Внуково. Тут я нажал кнопочку Approach, чтобы самолет, летя на автопилоте, смог захватить глиссадный маяк и маяк локалайзера, то есть чтобы он сам летел по вертикальному профилю и по горизонтальному. Как вы уже заметили, мы кинули колеса. Ну а для тех, кто не понял, мы выпустили шасси для посадки. Давай, стоп.
Все, хватит летать на автопилоте. Дальше ручками. Тысяча футов или 300 метров – это высота стабилизации. На этой высоте все параметры должны быть в пределах допустимого. На этой высоте принимается решение, продолжаем мы заход, либо уходим на второй круг. Ух ты, какой большой склад! Преимущество монтирования видео в том, что хоть можно посмотреть на красоты, которые тебя окружают, когда ты находишься в самолете непосредственно на этом этапе полета, не до, скажем так, любования пейзажами. Атмосфера спокойная. Самолет летит сам, ну он же самолет. Я лишь его только немножко корректирую с помощью сайдстика. Минимум. Высота принятия решения пройдена. Принято решение продолжить посадку. Заходим. Так, чуть-чуть корректируем. Еще немножко корректируем. Вот, торец прошли, отлично. Начинаем добирать. Еще малый газ. Еще задержали. Чуть-чуть подтянули. Посадка. Прикольная фишка. Нажимаешь на тормоз, самолет тебе говорит, что autobrake off. Автоматическое торможение выключено. Дальше только все вручную. А вот и наша РДП, которую мы освобождаем. Она скоростная. Но я все равно немножко притормозил. Освобождаем полосу и дальше по указаниям диспетчера на стоянку. Так, маршрут руления диспетчером получен. Убеждаемся, что слева, справа свободно. Рулим на перрон. Мимо стоим. Ну, наконец-то после этого пойдем отдыхать.
Так, доезжаем до перекрестка и нам налево. И далее будем искать нашу стоянку справа. Ну, естественно, мы на схемах посмотрели, где она, поэтому нам искать ее не придется. Включаем рулежные огни, чтобы они не слепили нашего маршала, либо встречающего, который будет нас парковать. Так, вон он в оранжевой жилеточке. Уже нам машет во все. Так, мало газ у нас стоит. Сильно не разгоняемся. Тормаживаем. Еще нам вперед и вперед. Еще подтормаживаем. Показывает нам руль медленнее. И вот еще на почти, еще немножко вперед, еще. Все, стоп. Этим жестом показываем, что мы установили на стояночный тормоз. Выключаемся, заполняем нашу документацию и валим отдыхать. Так, все, миньоны пошли делать свою работу, мы свою. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего времени суток, увидимся, пока-пока.